Первый документ в новом году. Торжественно в присутствии родных из рук главы округа юные жители получили свои первые паспорта. Я желаю вам, чтобы вы гордо несли звание гражданина Российской Федерации, берегли свой паспорт и всегда помнили, что за вами стоит государство, за вами стоит ваше правительство, за вами стоят ваши близкие, родные, ваши друзья, что вы всегда будете защищены. Поздравляю вас с этим праздником, ну а всем родственникам тоже желаю добра, удачи. У вас сегодня знаменательный день, ваши дети получают самый серьезный документ в своей жизни. Ольга Кириллова получила паспорт одной из последних в классе. Но, несмотря на очередность, такой торжественный момент вручения документа навсегда останется в памяти девушки. Ну, считай, вот как 13 исполнилось, сразу осознание того, что скоро 14, скоро будет паспорт. Новый паспорт, а к нему обложка и поздравительная открытка от губернатора. Такие памятные подарки – приятный бонус главному презенту – новенькому паспорту, в котором и новое фото владелицы, которым Оля, кстати, осталась очень довольна с первого раза. Очень долго искали, где это сделать, что-то сломалось где-то, что-то еще не получилось в итоге. Самое случайное место – самая первая фотография. Этот день запомнится мне на всю свою жизнь, потому что он был очень торжественным и красивым. Запомнился этот день как для самих юношей и девушек, так и для их родителей. Надо сказать, волнуются они в этот момент не меньше. И радость события понимают, и важность. У нас было все иначе, но сейчас дети, они вообще более ответственные, чем мы были в этом возрасте. И паспорт, он как сам по себе, наверное, современным детям он не является какой-то бумажкой, которая делает более их ответственными. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.